Map. Покорение вершин. Международная академия бизнеса начиналась с Алматинской школы менеджеров, которая была создана на базе кооперативного объединения «Союз». Вы помните начало перестройки. Оно ознаменовалось новым законом о кооператорах, и кооператоров надо было учить. Учить праву, учить поведению, учить духу предпринимательства. И за эту миссию взялась Алматинская школа менеджеров. МАП. Пионер в сфере казахстанского бизнес-образования. Академию бизнеса я знаю давно. Академия бизнеса начала свою работу еще до обретения нашей страны независимости. Были трудные годы у нашей страны, но Академия бизнеса шаг за шагом поднималась на новые ступеньки. Это очень успешный проект в сфере бизнес-образования. В частности, оно первым ввело MBA и DBA. Это была революция. Но на этом она не остановилась. На сегодняшний день это лидер, это флагман высшего образования в нашей стране. Это успех, это как свидетельство успеха нашей страны. Международная академия бизнеса признана мировым рейтинговым агентством Eduniversal лучшим бизнес-вузом Казахстана. Мы ставили задачу стать в течение 20 лет лучшей школой бизнеса Казахстана. И мы сделали это. И именно в 2008 году, ровно через 20 лет, мировое рейтинговое агентство Eduniversal признало Международную академию бизнеса лучшим бизнес-вузом Казахстана. Совет попечителей МАП – это воплощенная история предпринимательства Казахстана и нынешняя бизнес-элита страны. Международная академия бизнеса – это уникальное высшее учебное заведение. МАП изначально ориентировался на западные стандарты обучения и в своем развитии постоянно перенимает лучшие мировые практики. Совет попечителей МАП, благодаря внедрению корпоративного управления, одним из первых среди казахстанских вузов получил реальные полномочия для управления академией. И это очень важно для нас. Известные экономисты, которые сейчас работают в Совете попечителей, бизнесмены, предприниматели, они не просто помогают вузу. Мы стараемся заложить какие-то особые стандарты отношения к высшему образованию. Мы хотим, чтобы высшее образование и практика были как можно ближе, чтобы выпускники казахстанских вузов были готовы к реалиям, которые есть в бизнесе в Казахстане. В МАБе есть вот этот дух, который позволяет им двигаться вперед. И я хотел бы, чтобы вот этот двигатель, который работает на протяжении уже 25 лет без сбоя, и дальше продолжал работать, и в будущем МАБ всегда оставался лидером и новатором. Социальная ответственность для Академии – это не просто слова и проекты, это образ жизни. Европейская бизнес-ассоциация Казахстана проводит ежегодную церемонию награждения компаний, входящих в состав ассоциации, за проекты в сфере социальной ответственности. Мы вручили Международной академии бизнеса награду «Признание» за проект в поддержку развития школ в регионах. Мы отметили МАП как социально ответственный вуз, который вносит вклад в повышение уровня образования в республике, на деле демонстрируя активную позицию и стремление принести пользу социуму, в котором живет. МАП – инновационный вуз.
МАП дает пример, как бизнес-образование может развиваться в нашей стране. Наверное, не случайно именно бизнес-образование, да, то, что связано с интересами большинства общества или какой-то самой креативной части общества. Но когда мы стали сотрудничать с МАПом, тогда мы почувствовали, что и мы сможем стать современным вузом с грамотными управленческими процессами. И этому я училась, когда проходила семинары МАПа. У них такой яркий и редкий пример того, как может на территории Казахстана работать, функционировать абсолютно современный вуз западного образца. Они смелые, и они первопроходцы. Я не думаю, что им легко. Но вместе с тем они настолько успешны, что хочется поучиться. И не случайно сейчас вся система Казахстана так или иначе разными своими сторонами изучает опыт МАБа и старается его применить в своих условиях. Программы MBA МАБ первые и единственные в Центральной Азии и Казахстане удостоены международной аккредитации AMBA, войдя в топ-200 лучших программ MBA мира. I am delighted to say that the International Academy of Business in Kazakhstan has been awarded accreditation, and it can now take its place amongst the leading global business school. This is a great achievement for IAB and a great achievement for Kazakhstan. Оставаясь бизнес-вузом номер один в Казахстане, МАП поднялся в рейтинге EdUniversal и вошел в топ-300 лучших бизнес-школ мира. На мой взгляд, студенты МАБа – это такие зажигательные люди, которых вдохновляет сам процесс знаний. Я вижу очень пытливых людей, которые просто хотят эти знания получить. Мне еще очень нравится, что мабовцы, в отличие от многих, они командные. Они помогают друг другу все время. Я знаю это как работодатель, когда уже люди приходят из МАБа, они тоже помогают друг другу и на работе. Видимо, стандарт, который дается во время обучения, остается и когда люди приходят на работу, и это, конечно, очень здорово. И этому способствуют преподаватели. А кто же помогает преподавателям? Я думаю, что это топ-менеджмент, потому что топ-менеджмент, он тоже командный. И вот эти уровни топов преподавателей и студентов выдают такой замечательный продукт, который работодатели могут точно на рынке получить изобретательных и командных ребят. Вообще процесс познания, он сродни восхождению на вершины. Когда ты идешь на первую вершину, кажется, вот она сияющая, высокая, сказочная. Зашел на нее, оказывается, это маленькая гора, за ней еще большая стоит. Зашел на вторую, за ней третья. И так до тех пор, пока не доберешься до самого пика. Так и в образовании. Делая одну программу, нам казалось, что это невероятно высоко и сложно. Сделав ее, мы неожиданно открывали, что настоящее впереди. Так и до сих пор этот процесс непрерывного восхождения продолжается. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и